Друзья, доброе утро. Еще раз продолжаем. Вторник, 21 мая. Ура! Да здравствует дача! Потихоньку двигаюсь на Гродненскую трассу. Не знаю, жаркий или нет будет день. Видимо, не холодный. 19 градусов сейчас. Заеду к друзьям. Бензин с сегодняшнего дня на копейку. Написано, до 8 копеек за литр будет постепенное повышение. 2.36, сейчас 95. Будет 2.44, по идее. Но главное, чтобы не на рубль подорожал.